Ходили, гуляли по парку. И гуляем до сих пор. До сих пор гуляем, да. В гости ездили. Нормально. К маме. Нормально отметили. Я отдыхал. Ну, со своими подругами. У меня подруги было день рождения просто. И отдыхал, поздравлял своих. Маму, бабушку и родных. Вот так. Ну, все, все. Я подумал, как у всех людей. С друзьями на каток ходили. Вот. И в кино на маму сходили. Хорошо провел. Ездили в деревню. Дышали свежим воздухом. Так вот. Поздравили бабушку, маму. Понравилось 8 марта, хорошо мы провели. В кино ходили, да, в кино гуляли. Ходили. Потом походили еще в парк, хотели подходить на Александровский мост, но жалко не получилось. Ну а так хорошо с друзьями провели его тоже вместе. Что мы делали? Ну-ка скажи, что мы делали? Что ты делал на празднике на 8 марта? Маму поздравлял? Обязательно. Угу. Он очень хорошее стихотворение ей рассказал. Расскажешь стихотворение? Угу. Ну-ка расскажи, только громко. Мама, так тебя люблю, что не знаю прямо. Я большому как.